В поселке Медногорский, расположенном в уютном уголке нашей республики, в самой обычной школе учит детей азбуке совсем юная учительница Ольга Свербиева. Молодой педагог поделилась с Фатимой Дауровой откровенным объяснением, почему она выбрала одну из самых интересных, но сложных профессий. Стройная девушка в небесно-голубом платье с легкостью могла бы пройтись по подиумам домов высокой моды. Но каждый день каблучки выстукивают по школьному коридору к кабинету, где ее ждут любимые ученики. Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Садитесь. И начинается волшебство просвещения. Любознательные взгляды младшеклассников неотрывно следят за каждым действием своей учительницы. Пытливые умы детишек ловят каждое слово и сохраняют их в закоулках памяти навсегда. Эта особенность проявится потом, в более зрелом возрасте, когда подсознание слегка выдаст заученные правила или лирические строки классиков. История молодой учительницы, которая горит своим делом, не спит по ночам, часами готовится к урокам и искренне обожает детей, началась ровно 8 лет назад. Начинала я с группы продленного дня, пришла в школу, сразу же, конечно, было сложновато. Первый день я пришла домой, расплакалась, думала, что очень сложно, каждый раз все где-то перечитывала, потому что очень ответственно отношусь к этому. Вот. А потом я втянулась, полюбила детей, дети полюбили меня, и проработав 3 года на группе продленного дня, уже набрала свой класс. Вот сейчас на данный момент 4-й класс, это мой первый выпуск. На следующий год уже буду набирать первоклашек. На вопрос, что удерживает вас в вашей профессии, Ольга Михайловна ответила, не задумываясь. Знаете, вот больше всего дети. Вот, честно, любовь детей, вот их отдача, это самое ценное, наверное. Потому что вы сами понимаете, что в наше время профессия учителя невысоко оплачиваема. Поэтому материальных вообще никакого у меня интереса нету здесь абсолютно. Именно вот в первую очередь любовь, отдача, каждый раз улыбки, объятия их. Вот, это очень ценно для меня. Тянущиеся вверх маленькие ручонки – гордость Ольги Михайловны. Красивым учительским почерком выставляется заслуженная оценка, результат совместной работы, тандема учителя и ученика. Индивидуальный успех каждого ученика и хорошие учебные показатели класса в целом – вот к чему стремится молодой специалист. Профессиональную хватку младшие коллеги по цеху отмечают и более опытные учителя, которые были в роли наставников. 7 лет назад в класс ко мне пришла Свербиева Ольга Михайловна, воспитателем группы продленного дня. Это была молодая очень и хрупкая, можно сказать, и маленькая девочка, которая не была ни опыта еще, практически ни образования. Она училась на 2-м курсе педагогического училища. Но хватку она показала, знаете, с первых дней. И она показала себя, знаете, как сразу учить было приятно. Она как губка брала все, что можно. Старалась, знаете, каждое слово мое ловить. Вкладываясь в урок, появляется удовлетворение, чувство, что жизнь проходит не зря. Именно ради этого чувства я готова не спать по ночам, работать и самосовершенствоваться, признается девушка в голубом. Искреннее отношение к себе улавливают и дети. У меня учитель Ольга Михайловна Свербиева, она очень хорошая, добрая, всегда поддержит, если что-то объяснит. Нам всем она очень нравится. Она с нами с 1-го класса. Еще, если у кого-то что-то, допустим, не получается, то она подходит, не ругает, допустим, за то, что спросил. Ну, в общем, очень хорошая учительница. Мы не хотим больше на другую ее никакую променять. Она вот самая лучшая. Каждый день недели – новое открытие большого мира для маленьких детей. И проводником в этот мир неизведанного неизменно является учитель. Фатима Даурова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Медногорский.